Триумфальное возвращение. Новоуренгойцы Анна Лукьянчук и Кирилл Подшивалов вошли в пятерку лучших на международном турнире по танцам на колясках. Кубок мира по этому виду спорта проходил в Санкт-Петербурге с 6 по 8 сентября. Сегодня подопечные тренера Оксаны Чумак вернулись на ямальскую землю. Вместе с представителем главы региона в аэропорту танцоров встретила и наша съемочная группа. Смотрим сюжет. В аэропорту всегда царит атмосфера ожидания, но этим утром она особенная. Встречают не просто пассажиров рейса, а настоящих звезд. Танцоров, заявивших о себе на весь мир. Для Анны Лукьянчук и Кирилла Подшивалова это первое международное выступление и поражающий воображение результат. Топ-5 лучших спортсменов на планете. Посмотрели такой уровень танцевания, что вау. Такого на Кубке России не было. Конечно. Вот, поэтому международные соревнования все-таки дают о себе знать, что статус все-таки дает. Очень сильные команды у Кореи и Казахстана, потому что там есть чему поучиться, просто очень сильные команды. Даже после ночного перелета эмоции переполняют спортсменов. До подиума не хватило совсем чуть-чуть, но они уже одержали победу над собой. Это дорогого стоит. Невообразимое впечатление, очень сильные конкуренты, пары, которые, правда, произвели огромное впечатление, нам есть над чем работать. За выступлениями новоуренгойской пары пристально следят руководство города и округа. Сегодня Анне Лукьянчук нужна новая коляска. Девушка уже ходит со специальным устройством, а кресло, как это ни странно звучит, нужно для поддержания формы. Коляска нужна не для выступления, а для жизни, поэтому, я думаю, мы над этим поработаем. И у Ани обязательно появится новая коляска, нет сомнений. Я хочу сказать, что мы все очень болели, весь округ болел, и все писали, поскольку я была с каким-то связующим звеном между командой, все писали, что это супер хороший результат, потому что первое выступление у ребят на международном уровне, ну это очень круто, поэтому это просто мы все счастливы. Следующая спортивная вершина, которую предстоит покорить нашим танцорам – чемпионат России. Он также пройдет на паркете города на Неве. Павел Прожогин, Богдан Жиделев, служба новостей «Импульс».